Тогда на ты, если можно, да. Я Оля Юма Хойс. Угу. Юра, мы помним тебя таким же, как себя. В общем, все плясали под эту музыку, да? Совсем еще юный, совсем юный, молодой. Какой сейчас Юра Шатунов? Абсолютно такой же. Только спустя много лет. Ничего не изменилось. В плане меня, допустим, на самом деле шучу, конечно же, многое изменилось. Я приобрел теперь настоящую профессию, поскольку я в Германии 6 лет проучился на звукорежиссера. И поэтому, в связи с этим, меня не было в России много лет, да? Вот. Но после того, как отучившись, вернувшись домой, я, скажем так, не рассчитывал на то, что я сейчас имею. Даже и близко. Я прекрасно понимаю, что такое шоу-бизнес, и попасть сюда надо, либо имея много денег, либо что-то такое, что написано на лбу. Вот, наверное, у меня второе, поскольку то, что происходит сейчас, вы все видели. Да как это получилось в реальности? В реальности я не знаю, как это получилось. Это получилось и все. Я к этому не прикладывал ни малейшего усилия, чтобы заставить людей слушать, например, мои песни. Да? Мы просто сели, записали пластинку, так, вспомнив там что-то хорошее и доброе из старого времени. Но получилось, как видите, неплохо. Очень неплохо, совсем неплохо. А что еще приобрел Юра Шатунов вот за эти годы, кроме профессионального образования? Опыт, наверное, жизненный. Семью приобрел? Нет, семья – это рано. Я же сказал, я говорю везде, во всех интервью, что у меня семья планируется 33-35 лет, не раньше. А сколько еще? Мне же 29. Мало? Еще мало, еще да, еще рано. Ну, а как с поклонницей? Вот поклонница одно, да? А есть что там сердце серьезное? Пока нет. Или тоже это несовместимо шоу-бизнес? Нет, это совместимо, но я не хочу, чтобы это было просто каким-то грузом. Я должен быть к этому готов, как минимум, чтобы иметь рядом с собой человека, который бы мог хотя бы понимать меня элементарно, не говоря уже о всем остальном. С твоим именем и с группой «Ласковая мать» связано многое, что можно охарактеризовать словом «самое». Вот в том числе, угу. это действительно самые активные поклонницы, наверное, на этих концертах. Были тогда, как сейчас? Ну, вы все видели. То есть вообще изменилось что-то? Вот тогда есть же чем сравнивать. И вот сейчас ты вернулся, вот как птица Феникс, да, из пепла. И что здесь? Не изменилось ничего. Я понял одну простую вещь, что популярность, славу, известность можно купить. Но любовь народа к артисту – это нельзя купить. Это надо заслужить как минимум. Я горжусь тем, что я имею, я благодарен тем людям, которые выбирают меня. Из массы артистов, которые сейчас есть на нашем рынке. И не только на нашем. Их много. И они... Я не могу сказать, что они плохие. Есть хорошие, есть не очень. Но они поют, они играют, они творят. Понимаете? Поэтому то, что происходит сейчас, я не знаю, как это объяснить. Я не могу дать этому какое-то резюме. Все происходит так, как должно, наверное, происходить. А я просто плыву по течению. Чем ты берешь народ? Там нет какого-то фантастического оформления. Нет с твоей стороны каких-то сексуальных позывов в зал. Да, но народ же... Откуда я знаю? Я не знаю. Это здорово, если это дано свыше, да? Наверное. Я заметила такой очень тонкий артистический талант. Есть? Я не ходил на пробы. Не ходил на пробы? Не знаю, есть ли. Ну, наверное, есть. А, может быть, он приобретается с годами, поскольку столько лет на сцене, по-любому ты набираешь какие-то фишки, какое-то умение, чтобы быть артистичным. Но я не стараюсь кого-то поразить своей пластикой там, или еще чем-то. Я не умею танцевать, я не танцую, я не умею говорить там, о каких-то пламенных речей со сцены. Я этого и не делаю. Я умею петь, я пою, и потом, если люди у меня спрашивают, я отвечаю. Вот и все. Угу. Для телезрителей Родонежья и поклонников Юры Шатунова что-нибудь вот сказать? А вон они там все говорят. Да. Нет, самое главное, я говорю всем и всегда, не принимайте наркотиков.
это мое, не знаю, пожелание, просьба или же просто какое-то наставление. Поскольку если ты будешь зависеть от этого, ты ничего в жизни своей не добьешься. А что, была в жизни ситуация? Нет. Нет. Я не принимаю наркотиков, ни алкоголя, не принимал и не принимаю. И не тянет. И не куришь? Нет, курю, но очень редко. Когда нервничаю, например. Вот. Так что вот так, это самое главное. А семейным людям, конечно же, крепких семейных счастливых отношений. Ну и ребятишек бундом. Какие вообще ощущения? Вот я смотрю, сегодня в зале пришли уже те поклонницы, которые тогда были 15-летними девочками, а сейчас они пришли своих детей. Да? Ну, дали же мне прозвище «Легенда двух поколений», значит, оно соответствует действительности. Это не я придумал. Зал отличается от того поколения и сегодняшнего? Ну, не знаю. Для меня зал не может отличаться, поскольку если люди пришли на мой концерт, значит, они любят меня, значит, они любят мое творчество. И я не могу их разделить там на хороших или плохих. Они пришли ко мне, они мои. С фенечки, может, появились. Вот я смотрю, сотовые телефоны, да? Вот не было же этого. Но это уже, как бы, прогресс. С этим не поспоришь. Ну, моды и так здорово, далее. Да. Ну, наверное. Ты говоришь, что Сергей Посадом какая-то давняя любовь. Что там, нет, это не любовь. Это нечто больше, поскольку здесь я впервые вышел на сцену. Я не помню, то ли ДК офицеров, по-моему, есть тут такой, да? Вот там я впервые вышел на сцену, приехав с Оренбурга. То есть это было мое первое выступление, как вот так. Это был 87-й год, по-моему. Ну вот, спустя столько лет я снова здесь. Ну здорово, мы рады, что ты здесь, народ, по-моему, тоже, да? Спасибо. Да не за что. Мы с тобой отдыхаем. Спасибо большое за вас, удовольствие. А поэтически что? Еще много брать. Еще много пишу стихи. И так далее. То есть сейчас я все делаю практически самостоятельно. Поэтому вот так. Много старых песен, а новые сколько появляются? Да. Да? Да. Сколько сейчас есть твоих дисков? Два. Два уже, да? Да. Много песен. Да. Это что-то начало. Так что? Надо. Если вот мешает работе, это брось работу. Так что вот так, если свадьба мешает работе, отложи. Спасибо. Я не за что, всегда пожалуйста. А, что на вас?